Новая технология для голосования. Провинция Кёнгидо в Южной Корее использовала созданную компанией-разработчиком блокчейн-блоко платформу CoinStack для голосования за социальные проекты в рамках программы общественной организации Debug. Разработчики утверждают, что это первый случай применения технологии в таком масштабе. Чиновники провинции отметили результативное использование технологии блокчейн, назвав ее четвертой промышленной революцией, и предположили, что блокчейн изменит мир в течение нескольких лет так же, как это сделали смартфоны.